1779 год. То, с чем у англичан не очень хорошо получается. С пониманием чужой культуры, чужих людей, чужих обычаев и вообще всего того, что называется не лезть в чужой монастырь со своим уставом. Почему аборигены съели Кука? Молчит наука? Наука не молчит. Они его убили, потому что капитан Джеймс Кук совершенно вызывающе и неприлично, можно сказать, по-хамски, вел себя перед местными жителями. Вот бедолага поплатился.